Нижний Новгород украсит цветами на 50 миллионов рублей к следующему году. Планы обсудили на комиссии по экологии в городской думе. Деньги выделят из городского и областного бюджетов. Работу начнут этой осенью. До конца октября высадят 360 тысяч луковиц тюльпанов, чтобы весной они начали цвести. С увеличением площади цветников департаменту благоустройства города поручили провести формовочную обрезку деревьев и кустарников рядом с новыми клумбами, отремонтировать тротуары, выровнять и восстановить газоны. Кстати, газоны разделят на несколько категорий. На видовых площадках траву косить будут, но других нет. Сейчас у нас есть только косить и не косить. Пример. В прошлом году у нас была эпидемия сначала гусениц, потом бабочек. Почему? Потому что в лесопарковых зонах, там, где есть покос травы, не могут гнездиться маленькие птицы семейства воробьиных. Мы предлагаем ввести несколько категорий газонов, ввести такое понятие, как луговые газоны, которые не требуют кошения, а деньги, ну, например, это в лесопарковых зонах, спокойно пусть там гнездятся птицы, да, это будет выглядеть как высокая луговая трава, но это нормально для экологических зон.